получается в данной минуте не зарегистрированы. Но все-таки плотный поток транспорта у нас на Лихачевском шоссе при подъезде к Долгопрудному, на Ярославском шоссе от улицы Каланцова в Мытищи до поворота на Болшевское шоссе. На улице Пионерской в Королеве много машин, на Пролетарском проспекте в Щелково, а на Лунковском шоссе на улице Пролетарского в Балашихе, да. На всем протяжении трудно движется. На проспекте в Люберцах и на Кашинке в районе Апарнике. Также хочется напомнить автолюбителям, что сейчас авиасалон 2011 проходит в городе Жуков. Такого-то можно не паниковать, не пытаться так быстро, не бить акулу в глаза или жабры. А лучше, конечно, вообще не купаться, это рекомендую. Там, не знаю, кого, я даже не знаю, кого, Эшли Кол. Тут Маханька, ее телефон 8-960. 353-92-03. Спасибо. Ну, а поскольку у нас... Просыпаюсь, стою, одеваюсь, снова бегу. Куда? Я не понимаю. Отдыхаю. Видится в темпе с утра. Раскидываешь плечи, дела. Нет, на лебегу нет. Привет, пока, пока. Станции не поломали. Калачики не потеряли. Для обеспечения безопасности и борьбы с правонарушениями полиция имеет право в служебных целях беспрепятственно пользоваться средствами связи госучреждений.